О! Что? 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 Андрюха? Какого фига? Женя! Тоха! Саня! Санёк! Пашка! Не, ну за Саню ладно, так не обидно, он за сутку. Ну да, он всегда меня бесил. Так, нужно идти аккуратнее под досточкам, потому что мы можем... Отлично! И нафига нам эта штука? Давайте лоботомию сделаем. Не надо. Так, доброе утречко. Это страшная история, которая поведает нам о двух смелых детективах, которые снова вляпались в неприятности, потому что они тупицы, тупицы. Василич, у тебя все нормально? Все пора. Прекрасно, пришло Леха. Время рассказать эту страшную историю. Пойдемте. Да. Пойдемте в красную комнату. На дворе шел непонятно какой год. Детектив Васильевич и детектив Леха отправились на свое первое задание. До этого они 10 лет работали поломойками, а так как коронавирус многих покосил, их решили все-таки отправить на свое первое дело. Они понятия не имели, что нужно делать. Они просто мыли полы в офисе полиции. Ух. Доброе утро, детектив Васильевич. Доброе утро, уборщик, ой, то есть, детектив Леха. Извините, я привык, что мы повары, детективы, в смысле, нас поставили на эту должность первый день, чё? Детектив Васильевич, это, мне кажется, мы немножечко не по-рабочему оделись, вам так не кажется? А, собственно, что это за дело? Новый объект. Нам нужно зайти в поместье. Нам говорят, что нам нужно... Не надо прятаться, Васильич, давайте, нам нужно как бы серьезно себя вести. Мы теперь серьезные люди с вами, мы должны расследовать что-то. Да. Я поеду назад в отделение, вы сообщите, да? Нет, мы пойдем вместе. Ну, правда, нарядились мы как-то очень странно, так что если на нас будет косо смотреть, не обращай внимания. Здорово, ребят! Как расследование? Как проходит все? Отлично все. Видишь, просто коронавирус и дела, поэтому все ходят в этих... противогазах. Пойдемте, все ждут именно нас, пока мы здесь не сделаем свои дела. Нам нужно расследовать. Я понятия не имею, как это делать. Но я думаю, мы с вами справимся. Здорово, это Жека, по-моему, был, кстати. Так, пойдемте. Здорово, ребята. Антон, детективы. Антон, ты когда мне котлету вернешь? Да, Саня, а где сотка моя? Непонятно. Так, пойдемте. Здесь, видимо, произошло как... Так, нам нужно что-то сделать. Там, как обычно, нам почему-то пишут по-английски, нам встроили датчик в глаза, и нам показывают, что нам нужно делать. Здравствуйте. Андрюха, привет. Слушай, а чё, как у тебя там дела-то, а? Да, кстати, как с Машкой там все закончил, свиданница, вот это вот все. А, все прекрасно у него. Отлично. Видимо, отлично. Я не знаю. Доброе утро, агенты. А где, кстати, наш коронер? Ну, который, типа, расследует все. Наверное, преступление произошло где-то в подвале. Пойдемте, агент Василий. Кстати, на нас даже никто не смотрит косо. Видимо, так и должны выглядеть детективы. Видимо, нет, они нас просто запомнили как хороших уборщиков. Да, мы отлично убирались. Вот это Антон. Я его точно помню. Так подожди, Антон же был сверху, который с Машкой. Так нет, это второй, который любит себя звать Антонио. Помнишь его? А, да, он да. Он пончики нам приносит. Точно, когда мы убираемся. Точно. То есть мы ему приносили пончики, когда мы убирались. Пойдемте нет, в туннель. Нет, он нам. Я не знаю, что с нас ждет. Делился. Я боюсь, если честно, детектив Васильевич, потому что это наше первое задание, нам нужно как-то расследовать что-то. О! Стоп! Что? Что случилось, детектив? Детектив Васильевич! Обвалилось! Обвалилось! Этот туннель обвалился, как наша зарплата! Ох! Хотя подожди, мы ведь и зарплату-то толком не получали. Ну ничего, еще у нас тут есть китайская еда в коробочках, кстати, твои любимые. И напитки. Мы, в принципе, можем сидеть и ждать, пока люди не придут. Мы ведь не пойдем с тобой дальше что-то расследовать, у нас даже оружия нету. Надо. Стоп, тут дверь какая-то. Какая-то дверь. Нам нужно найти. Да, нам нужно... Рычаг. Найти рычаг, который открывает дверь. Мне кажется, нужно было найти, наверное, какую-то карточку. Так, а кто тут фонарик оставил? Не знаю. Или...
Детектив Чай, Васильевич... карточка, не важно. Это все очень странно. Нужно прийти к расследованию, мы обязательно... Стоп, что? Что это такое? Мы вообще где? Это что, катакомбы какие-то, что ли? Здесь, видимо, что-то раскапывают. Возможно, пробудилось древнее зло. Древнее зло? Страшно. А мы первый день. Какого фига? Да, мы первый день на работе. Почему это все именно в нашу смену? Агент Васильевич, агент Васильевич, говорю, детектив Васильевич, нужно было завтра приходить на работу. Надо было сегодня проспать, там самоизоляция, все дела как-нибудь поотмазались. Либо Антоху с собой позвать. Он сразу видно, парень толковый. Так ж. Да. Какого фига? Гроб? Да, когда... И он пуст! Да, когда я вижу пустые гробы, мне кажется, детектив Васильевич, что что-то явно здесь не так. Подождите, нужно провести спектральный анализ. Так, подождите, у меня ведь нет прибора, чтобы проводить спектральный анализ. Детектив Васильевич, вы ведь забрали с машины все вот это обмундирование, чтобы нам проводить вот эти анализы? Нет? Я тоже забыл. Стойте! Я включу дедукцию! Дедукция! Есть гроб без крышки, значит, в этом гробу кто-то был. В этом гробу, да, явно кто-то был, и явно кто-то ушел из него. Стойте, погодите. Вы посмотрите, какое... Оно чистое. Видимо, тот, кто лежал, тут хорошо убирался. Да, и даже при этом не срал под себя и не ссал. Это очень странно. Да. Ну, потому что обычно что-то мертвое не срет и не сыт. Отсюда какой вывод? Что-то мертвое преследует нас. Либо оно мертво... Либо она умеет сдерживаться. Да, детектив Васильевич, но учитывая, какой вы мертвый постоянно со своей дедукцией, то, что мертвый умереть не может. Так, пойдемте, здесь есть какая-то комната. Проход! Тут тоже. Пойдемте в тот проход. Давайте посмотрим, все изучим. Нужно изучить все улики. Не открывать. Чемоданы? Почему не открывать? Не открывать гроб. Коффин — это гроб? Да, Коффин — это гроб. Но вам-то виднее, вы же белорус, вы отлично разбираетесь в английском языке. Так, давайте глянем здесь. Смотрите. Здесь есть газета. Мы можем узнать новости. Короли. Пупкин. Ты думаешь о том же, о чем и я? Ты думаешь, мы разбудили самого Майкла Джексона? Ё-моё! Нифига, ты телефон с собой взял, селфач с ними сделаем. Все дела. Блин. Тоже не взял. Так. Слушай, лунная походка. Я нормально лунную походку делаю. Я хочу перед ним похвастаться. Как моя лунная походка? Отлично. Ох уж, детектив Васильевич, мы что-то пропускаем. Как нас вообще взяли на эту работу? Я без понятия. Но как-то взяли. Как-то взяли. Взяли и устроили. Я думаю, нам пора лезть в эту вентиляцию. Я думаю, она приведет нас к чему-либо. Либо к смерти, либо к жизни. Но в любом случае, мы долго... Смотри, здесь есть какая-то подозрительная коробка. Возможно, это чья-то закладка. Две коробки. Кто-то, видимо, прячет здесь какие-то заначки. Возможно, это оружие, наркотики. Это что угодно может быть. Странно. Вы можете связаться с базой. Свяжитесь с базой, агент Васильевич. Слышно? Есть связь, нет? Алло! Ага. Черт, опять, походу, придется выполнять все задание вдвоем. Они лунную походку там включили. Стойте. Они меня не слышат. Найти. Ну, какую-то фигню надо найти. Чем мы сможем это выбить? Пойдемте назад. Нам нужно что-то найти, что-то типа лома, что-то такое, чтобы попытаться выбраться отсюда. Ведь понимаете, что возможно на кону стоит судьба всего мира. Возможно, пробудилось то, что никогда не должно было пробудиться. Майкл Джексон? Ну да, хотя учитывая, что ты когда-то пробудился, в принципе, этому миру уже бояться нечего. Не, если... О! О! Но! Ты смотри. Если он увидит сейчас, что происходит, это будет капец. А может быть, нам вот этой штукой нужно было? Пошли! Мы не ее случайно искали. Мы ей сможем разрезать решетку и пробраться дальше. Да. Ох. Детектив Васильевич продолжал рассуждать о том, куда же они попали и кого же они оживили. Но он не мог только думать. Живот дал о себе знать. Голод. Хочу пончиков! Васильевич, ты сейчас тоже слышал этот голос? Какой? Я не знаю, какой-то голос рассуждал о тебе.
Что-то говорил про тебя? Да, отлично. Опа, у меня получилось, детектив Васильевич. Так, нужно идти аккуратнее по досточкам, потому что мы можем... Отлично. И нафига нам эта штука? Давайте лоботомию сделаем. Не надо. Ну так, на всякий случай. Ну если у меня получилось открыть решетку... Не, подожди, если у меня получилось открыть решетку, значит мне получится лоботомию тебе сделать, ведь логично. Не имея образования нужного, ты воткнешь мне это куда попало. Ну ладно, хорошо, а нафига мы вообще нашли этот меч? Зачем он нужен? Это рычаг, как я и говорил. А, да, точно, я думал, что это меч. Он реально похож на какой-то меч. Точно, это частичка рычага. Лёха, ну, понимаете, я так мыслю, потому что мне, видимо, раз уже сделали как-то неудачно лоботомию, поэтому все это так и получилось. Это у тебя одна почка. А у тебя три. А, подожди, у тебя две почки, значит, если здесь вдруг с тобой что-то случится, то я могу себе забрать вторую и сам себе сделать операцию. Так, нам на лестницу. Я надеюсь, лестница, он меня не вот. Слышал. Отлично, пойдемте, детектив Васильевич. Я все прекрасно слышал. Детектив Леха. Что вы слышали? Я все прекрасно слышал. Ты же хотел пончиков, а когда... Детектив! Когда я ем, Леха! Я глух и нем, не забывай это. Детектив Леха. Да, детектив Васильевич. Я думаю. Опа-на. Чик. Ага. Ух. Я прям так рад, что ты со мной, детектив Васильевич. Так, новое задание. Использовать лифт. Детектив Васильевич? Детектив Васильевич, вы ведь понимаете, что здесь может закончиться кислород? И почему вы стоите и прячетесь здесь? Вам страшно? Вас... Нет, я просто хочу убежать от тебя. Не нужно от меня убегать. Так, поехали. Странно, да? То есть мы застряли в туннеле под землей, и здесь просто есть лифт, который куда-то нас везет. Да. Это очень странно. Мне кажется, в нашем полицейском участке одни дураки. Ого! Ой! Ну зашибись! Ты сломал лифт! Спасибо! Да это не я! Ё-моё! Моя нога! А, подожди, это чья-то чужая нога. О! Стой, а куда нога это делась? Я только что в руках держал ее. Походу мы провалились еще ниже. А куда ниже-то? Куда на дно-то еще? Так, мы куда пойдем? В ту или в эту? Давайте глянем, что находится с этой стороны. Детектив Васильевич, смотрите. Здесь что-то есть, какой-то генератор. А вы у нас как самый лучший электрик. Попытайтесь разобраться с этим. Нам надо что-то найти. А, да. В ваших словах есть логика. Вы блестящий ум, детектив Васильевич. Пойдемте, нам нужно что-то найти. Ух, нужно провести расследование. Смотрите, детектив Васильевич, здесь следы крови. Детектив Васильевич начал свой анализ. Это был не кровь. А что? Бургер. Какой нафиг бургер? Хочу бургер! Я сейчас из тебя бургер сделаю, у нас тут работа, первый день, между прочим, мы серьезные ребята, правда выглядим, мы с тобой так себе. Блин, я и штаны другие что-то не одел. По нам, мне кажется, даже не скажет, что мы детективы с тобой. Так, здесь заперто. Детектив Васильевич. О! Газ! Газ! Нас хотят травить, как мышей нас затравят! Детектив Васильевич, что делать? Детектив Леха бросил детектива Васильевича и побежал назад к лифту, чтобы просто уехать отсюда. Черт, лифт оказался нерабочим. А детектив Васильевич, у вас все нормально? Детектив Васильевич начал рассуждать. Газ вовсе не ядовит. Ох. Детектив Васильевич, я понимаю, что у вас есть ваши шикарные усы, которые фильтруют воздух, но у меня-то их нету. Опа, смотрите. Леха, это не газ. А что? У тебя долбанная пневмония, как бы. Не забывай. Вон у как, да? Я смотрел, вы разбираетесь в медицине. Это и мистейк. Мистейк. Что значит мистейк? Это что-то связано со стейком или нет? Не знаю. Может быть, в одной из коробочек находится то, что мы ищем. А может быть и нет.
Так, что мы пытаемся здесь найти? Вы что-то нашли? Да нет, ищу. Ищу, как видите. Нужно на нюх. Нужно искать на нюх. Так. Так, нужно сделать свои эти детективные способности применить. Но однозначно нам нужно что-то найти именно в этой комнате, мне кажется. Ну что-то ни в одной из все коробки были пусты. Так же, как душа Васильевича, когда он не ест пончики. Я тебя сейчас съем! Молчи! Это не я говорил, это какой-то другой Лёха. Я не знаю. Мне кажется, может, в этой коробке что-то? Думаешь? Что там, киндер-сюрприз? Ну, пойдем проверим. Мне кажется, детектив Васильевич, мне кажется, это немножко не так работает. А сейчас так и сработает, и что будет? Ну, я фиг знает, но я думаю, коробкой никогда двери не открывается. Подожди, нам нужно найти это. Нам предохранитель нужно вот такой вот найти. Видишь, тут два вставлено. Нам вот такую же штучку нужно найти. Ее нет в этой коробке. Как я раньше-то не додумался, Леха. Ты просто гений. Да я просто не... Да, мои детективные способности дают о себе знать. Извини, я просто танцую, когда надышусь непонятным газом. Мне просто становится слишком весело, поэтому я стою и танцую. А что еще делать? А вдруг я умру через 5 минут, а я не успел потанцевать. И это будет вообще не весело. И тут на тебя рушится потолок, Леха. Да. Аккуратней со словами. На тебя смотрю, в детстве уже он обрушился разок. Поэтому ты так и думаешь. Стой, а здесь. Подожди, может быть, ящики открываются? Мы просто где-то упускаем какую-то маленькую штучку, детектив Васильевич. Подождите, детектив Васильевич, я нашел. Это оно. Где? За коробкой? Нет, вот здесь прям лежало, вот здесь. А, ну идем. Вечно забываю, что, туберкулез. Что у вас нету что у меня нету этих усов, как у вас, поэтому фильтрация воздуха не проходит. Если я умру, детектив Васильевич, то у меня к вам просьба. Застрелитесь и попросите, чтобы нас вместе того. Опа, отлично. Вы готовы? Я не знаю, что за эта дверь. Похоронили. Возможно, это последняя дверь, которую мы откроем в своей жизни. Детектив Васильевич! Кто-то вы видите голодный? Это? Вы видите это? Вы поняли, что произошло? Кто-то выпил все наши напитки. И что мы здесь делать будем без напитков? Ух! Сейчас. Бу! Здравствуйте! Слушай, у него что-то с лицом. Ты можешь на лицо его внимательно глянуть? Мне такое чувство, что он немножечко обжегся, что ли. Ты думаешь о том же, о чем и я? Что он просто когда он варил перемеш... Он смотрел на мои усы! Подождите, агент Васильевич... Ой, детектив Васильевич, вы почти на одно лицо. Вы думаете о том же, о чем и я? То есть он варил пельмени и решил опустить свою голову в кастрюлю, чтобы посчитать их количество? Сколько раз говорил, сколько смертей из-за этого, сколько людей каждый год из-за этого умирает? Нет, каждый раз же говорит, что не нужно так делать. Не понимаешь, тут намного жестче. Он взял пельмени и все сразу в кастрюлю с горячей водой. До него. Пойдемте, видимо, я уже ничего страшнее здесь не увижу. Так, какая-то дверь. Дверь вела нас вперед. Опа. Новое задание. Запустить 3 генератора. Откуда ты знаешь, что нам дают по заданию? У меня перед глазами что-то вылазит. На мне датчик вставили. Так, агент Васильевич, постойте секундочку. Да-да, отдайте мне. Агент Васильевич, стойте. Оп. Блин, вы же генератор идей, почему вы не запускаетесь? Это очень подозрительно. А сказали запустить 3. Подождите, кто-то что-то тут пишет про вентиляцию. Это что, живет в вентиляции? Это ж... Ну, может быть, там живет кролик, и у нас будет еда? Ух. Ой, не знаю. Я тоже не знаю. Сейчас вентиляция одна какая-нибудь появится, я офигею. Так, влево. Так, смотрите, я нашел один генератор. Опа. Новое задание запустить. Еще 2 генератора. Генератор. Отлично. Один генератор запущен, осталось всего 2. Да. Радио.
базы. Пам-п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 ам. Пам-пам. Да, это надо... как-то можно... Так, Лёха, нам надо куда-то... Так... Да, да, нам нужно куда-то уйти подальше от этой музыки. Это просто адская музыка сводит меня с ума. Да. Я начинаю хотеть просто брать и танцевать. Так, все, детектив Васильевич, нам... О, дверь открылась. О, действительно. Здесь агент Васильевич. Вентиляция. Агент Васильевич, кто-то голову потерял. Можешь отдать владельцу. Сказали же, не забывать ее да, дома. Смысле, ну что ж ты? Голову дома он забыл, блин. Че за люди такие пошли, а? А че дальше, почку дома забудет? Селезенку, может быть? О, еще один? Еще один генератор. У нас новое задание еще запустить один, да? Еще один генератор, последний генератор. Ох уж эти нейросети, встроенные в наш мозг. Они постоянно помогают. Да. Так, спуститься вниз. Да, пойдете вниз, детектив Васильевич, у нас, я думаю, других вариантов нету. Последний генератор. И смотрите ж, нам нужно вернуться в элеватор. Смотрите, я, походу, нашел тушенку. Вы любите тушенку? Блин, да. А как же мы ее откроем? У нас даже нет ножа. У меня есть зубы. Отлично. Шикарные усы. У вас получится своими зубами сделать самому себе лоботомию? Да вы задолбали со своей лоботомией. Идите ко мне. Смотрите, а просто лифт так... Это все так просто, что ли? Действительно, то есть нас там завалило, мы гуляем по какому-то зданию, и никто не видит это здание? Кто действительно в старых катакомбах построил лифты, по которым мы катаемся? Не знаю, честно. Ой. Мне в глазах аж потемнело. Это потому что я давно не ел. Я не знаю. Нам сказали, что нужно что-то в акции инвестировать. В какие акции предпочитаете? Так, вот сюда нам. Ну да, я в курсе, я просто акции. Осматривался. Наверное, я даже не знаю. О, как посветлело-то, а? О, нифига я себе. Я ж прозрел. Да, я тоже. Детектив Васильевич. Так, стой, надо проверить. Лёха? Давай. Опа, нифига мы чокнулись, да? Да, вот это... Давай, я... Оп. Стекляшка вкусненькая. Любишь стекло, да? Посмотри, да. Титаника. Так, и что, играет какая-то музыка? Смотрите, а здесь и завалено. Смотри. Детектив Васильевич, сейчас подождите. Может быть, проползти там, здесь? Там лес! Лес? Почти выбрались. Детектив Васильевич, я все-таки обязан вам доложить. К сожалению, что? Вход закрыт, и мы не сможем здесь выйти. Я провел спектральный анализ. Ты гений, как я до тебя... Как я не додумался-то, а? Стойте, а здесь закрыто? Может быть... Так, подождите, детектив Васильевич. А если, допустим... взять те бутылки, сделать розочку, воткнуть тебя, твой труп закинуть сюда, у тебя труп взорвется или нет, чтобы очистить путь? А, нет, это не так работает, да? Ну ладно. Я с вами не разговариваю, детектив Лёха. Так, изойдите от меня. Что-то, видимо, нам нужно здесь найти. Видимо, что-то нужно найти. Нам нужно исследовать всю эту локацию. Почему я называю локацию? А не локализация? Вы знаете, что такое локализация? Я с вами не разговариваю. Это почти как локация, только там букв больше и значение совершенно другое имеет. Так что, что мы можем здесь предпринять? Детектив Васильевич. Что? Точно! Вы идите что? Ко мне. Иду. Да. Алло. Давайте. Мне кажется, у вас получится. Ну, учитывая, что среди нас двоих я чуть-чуть постарше по званию, потому что вам 18. Мне кажется, вам нужно выход на улицу ломом разбить. Давайте. Оп! Ох! Нифига ты мощный! Братство, а по твоим ногам и не скажешь. Да. Новое задание. Найти альтернативный выход отсюда. Я не знаю, как. Подожди. Кто-то же дает эти задания мне прям мозг. Они еще не понимают, что мы здесь находимся, они просто могут прийти и спасти нас. Какого фига? То есть связь есть. То есть подожди, нас просто взяли, от нас хотят походу избавиться. Детектив Васильевич.
Я связываюсь с ними. Детектив Васильевич, вы просто взяли руку в перчатки и засунули палец себе в ухо. У вас там даже ни рации, ничего нет. Как? Все, я с ними связался. Подождите, я, видимо, перехватил вашу связь, там написано, кто свяжитесь с нами, я устал от детектива Лехи. От кого? Кто? Где моя розочка? Где моя розочка? Розочка сейчас! Розочка! Розочка! Роза, дорогая! Можешь красных роз мне подарить? Красных роз. Нет, от моих красных роз у тебя будет невроз. Я хотел не сказать, что устал от тебя. Я устал вместе с тобой. Подождите, это не совсем похоже на альтернативный путь, но я думаю, у нас нету другого варианта. Поэтому надо бомбочка и уху. До свидания. До свидания. Фу, как же здесь каким-то говном воняет. Лёха, как там? Нормально, как там? Можете прыгать. Здесь довольно-таки глубоко. До свидания. Ну, детектив Васильевич решил остаться там. В итоге он умер от голода. Я хотел бомбочку сделать. Нам нужно найти выход отсюда. Подождите, там до этого говорили, что это живет в вентиляции. Вы слышите, детектив Васильевич? Здесь что-то есть помимо нас. Может быть, это бесплатные обеды, которые нам обещали? Вот сюда. Нам нужно найти рычаг. Почему? Стой, если у них постоянно ломаются рычаги, они не могли заказывать у другого производителя, ну, который ломаться не будет? Смотри, там вентиляция. Ну, я, может быть, другую комнату зайдем сначала? Давайте, лучше другую. Я что-то вентиляцию... Да, я тоже не хочу вентиляцию туда идти. Там что-то воняет чем-то. Так, смотрите. Чемоданы. Телевизор. Кто-то оставил чемоданы здесь. И какой-то странный телевизор. Стой. Лифт. Слушай, есть лифт. А ты с собой VHS кассету не взял случайно? Ну, какие-нибудь фильмы бы посмотреть. Мне кажется, самое то. Время посмотреть. Тут пару сериальчиков там. Нет? Нет, к сожалению, нет. А я так бы хотел один сериальчик-то посмотреть, а то я не досмотрел еще некоторые сезоны. Хорошо, пойдемте дальше, детектив Васильевич. Придется все-таки идти в вентиляцию, но учитывая, что среди нас двоих более ценный я, поэтому лезьте вперед. Не-не-не, вы. А, мы вперед. Да, старость не радость, как говорится, молодость не жизнь, да? Пойдемте. Сам недавно заявлял, что мне 18. Притом мне больше, учитывая некоторые обстоятельства. Детектив... Детектив Васильевич, боюсь! Так, надо быстрее, надо не пустить Васильевича назад в вентиляцию. Если ты начнешь жрать, то сожрет его. И пока оно будет есть, я смогу... подожди, он меня слышит, да? Неловко получилось немножечко. Там дверь кто-то закрыл! Детектив Васильевич! Что? Вот ту дверь кто-то закрыл. Там кто-то был. Рычаг! А где? Вот, лежит. Прям тут. Ну, стой, он в крови весь. А вдруг он какой-то конченый? Зараженный чем-нибудь? Вы хотите открыть дверь и посмотреть? Ой, у меня перчатки на мне. Точно. Вы молодец. Вы заранее продумали. Все, да это где Васильевич? Все, идем. Пойдемте. Идем. Я боюсь, что нас может ожидать спереди. Ох, как я боюсь-то. Ожидание. Самое страшное — это ожидание неизвестного. Неизвестно, как нас с вами могут здесь убить. Возможно, запихают в эту стиралку и придется вас постирать вместе со всей одеждой. Блин, он немножечко утонул. Хоп! У меня такое чувство, что кто-то сзади следит за нами. Опа. Мне кажется, я за вами слежу, если только... Тоже верно. Так, что у нас здесь есть? Так, стиралки. В них давно никто не стирал. Я даже не уверен, стиралки ли это. Это какая-то дичь, мне кажется. Так, и что? Выход ближе и ближе. Вентиляция. Детектив Васильевич, только посмотрите на этих извергов. Кто-то просто взял новый диван и здесь подскидывал. Могли домой мне отдать, я на полу дома ночую. Они тут просто взяли и накидали. Нужно будет потом после задания сюда приехать, забрать пару диванчиков себе назад домой. Подождите, стойте, вы видите то же, что и я? Там чьи-то ноги. Они явно не куриные. Кто стащил ноги?
И похоже, кто-то Майкл их съел. Майкл Джексон, пожалуйста, не трогай нас. Блин, детектив Васильевич, я боюсь. Мы понимаете, вас-то вас-то не будут кушать, у вас ноги это тонкие. И что из них, суп набор только какой-нибудь сделать и все. Так, сюда. Сюда. Так, так. Никого не видно. Кстати, детектив Васильевич, вы, там, кстати, вентиляция есть, и здесь есть. Здесь целая куча вентиляции. Здесь две вентиляции. Куда? Кстати, детектив Васильевич, я надеюсь, вы взяли в полицейском участке пистолет. Я бы чувствовал бы себя как-то, ну я не знаю, более защищенным, что ли. Я свой просто дома забыл. Нет, это фигово, когда нет. У нас есть руки. Ну да. И что мы с этими руками будем делать? Скормим их ему? Не знаю, кому ему. Смотрите, что я нашел. Гаечный ключ. Ну, он нам не пригодится. Гаечный ключ, это чуть другое, по-моему, нет? А, я перепутал, извиняюсь. Хотя это, в принципе, похоже на газовый ключ. Немножечко. Я не знаю, я ведь не сантехник. Это вы сантехником подрабатывали. Гаечный, я сказал. Я сказал гаечный, а не газовый. От газа вы кашляете. Ну, поэтому да. Газовый ключ, мне кажется, вам не... Стойте, а это куда выход? Ого, вы тоже это слышали? Стойте. Чего булец? Что, что-то не пострелять? Наверное, нужно было этим ключом... Пули не берут его. Пули его не... Замечательно. Ну, тогда, в принципе, не важно, что мы дома забыли пистолеты. Пистолеты. Опа. Выходим. Чик. Лом. Это вы тут нафуняли немножечко. Подожди, а какую дверь? Наверное, нам нужно вернуться в тот коридор. И там была одна дверь закрытая. Скорее всего, нам нужно открыть ее. Блин, вот эта музыка, я не знаю, откуда она играет. Такое чувство, что нас какой-то скрипач там, не знаю, кто-то ждет и что-то хочет с нами сделать. Вот выход на аварийную лестницу. Да ты, Васильич. Извините, я немножечко притормозил. Так. Раз, два. Блин, я чуть себе какашку не выдавил. О, тяжело было, как у тебя просто. Ой, раз фу. Так. О! Что? 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 Андрюха? Какого фига? Женя! Тоха! Саня! Санёк! Пашка! Не, ну за Саню ладно, так не обидно. За сутку. Ну да, он всегда меня бесил. Ой! Какого фига? Что-то... Стоп! Что-то выбралось наружу. И оно убило их всех. Да... Детектив Лёха и детектив Васильевич должны разобраться в этом деле. Они должны отомстить, потому что вместе они были братство! 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 А, ништяк, даже вот так вот, да? Поэтому я зову его Гаррис. Гаррис! 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 Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, был я, Леха Сметик и Максимус Чанл. Вот такую вот рубрику мы решили запилить про детектив. Кстати, есть продолжение, есть там две части продолжения. Интересная карта, хотя мы даже никого и не видели, по сути. Ну, чисто, знаешь, так на отыгрыше роли все произошло. Я думал, хоть нам черный экран наставить, чтобы, ну, знаешь, на фоне черного экрана что-то поговорить. Ну, да ладненько. Ребят, если вам понравилось, то напишите об этом в комментарии, что вы ждете продолжение. С вами был я, Леха Смертник, Максимус Чанл. На канал Максимус Чанл не забывайте, ребят, подписываться. Это очень важно. Ссылочку найдете в закрепленном комментарии. Ссылочку найдете в описании, друзья. Если ждете продолжения, да? То прям вот обязательно пишите об этом, что вы ждете продолжения. Как ваше вообще впечатление? Стоит ли оставлять детективов? Леху и детектива Васильевича! Мы их можем просто придушить, либо пристрелить, и все. И проблема решена. Да. Нет да, дела, ребят. Нет дела. Вот. Так. Странно вы рассуждаете, детектив Лёха, мне страшно, но по нашим рассуждениям, по нашим документам, эти все свидетели должны подписаться на наш канал, вступить в группу ВКонтакте, ага, поставить лайк, оставить комментарий, и тогда они будут освобождены, в общем-то. Да, всё верно, всё зависит только от вас. Да, всё, ребят, спасибо, что посмотрели. Все, услышали, мы вас обожаем, любим. Все, это было шоу хриплых. Опять, наверное, соседи меня как на дурачка прям с соседнего балкона прям, наверное, глянули. Ладно, все, давайте увидимся, друзья. Скорее всего, будет продолжение. Все зависит только от вас. Увидимся. Вот как этот парень показывает палец вверх, сделайте так же. Все, пока.